Так, я не поняла, а ты зачем фотографии отца в дневник-то делал? А мне Мария Ивановна сказала, что хочет посмотреть на того идиота, который помогал мне делать домашнее задание. Бля, смотри как надо. Привет! У тебя когда днюха? В мае, а чё? Я тебе шторы подарю, а то весь дом видит, как жена тебе делает миньет. А у тебя когда? В июне, а чё? Я тебе бинокль подарю, чтоб ты видел, чья это жена. Я ебу, перевозка пассажиров. Привет. Пассажир нарушает все правила дорожного движения. Почему не пристегиваете его ремнем безопасности? Где детка крыс? Спроси в него, не хочешь. Как зовут? Мишка. Мишка. Мишка, ёпта мать, где кресло, блядь? Где кресло? Алиса! Алиса! Маски где купить, на? Медицинские. Не на карнавал. Алиса, маски где купить медицинские? У нас ни одной нету ни у кого. А сейчас можно без маски работать? В любой аптеке можно купить. Мама, в любой аптеке нету ничего, клянусь. Клянусь. А папа зовет. Зачем? Ему надо, чтобы ты на ногу плюнула. Что? Ему врач прописал натирать ногу змеиным ядом. У вас есть только один способ получить эти права обратно. Я согласна. На что? Ну, на этот единственный способ вернуть права. Я, собственно, их так и получал. Девушка, вообще-то вам придется сдавать экзамен. Господи, то называйте это как хотите. Только знайте, что у меня есть не больше 15 минут. 7 и 8. Девушка, экзамен надо будет сдавать здесь, у нас. Да понятное дело, что не у меня муж дома. Девушка, экзамен надо будет сдавать в аудитории с остальными людьми. Да хоть на по... В смысле с людьми? Что, прям присел? Да. Ничего себе, права подорожали. При входе в воду ноги держим вместе, колени не сгибаем, носки натянутые. Опознать сможешь? А мне-то они зачем? Пусть их теперь родственники опознают! Мам, иди сюда. Чего случилось? Угадай, кто из них моя невеста? Так, ну, наверное, вон та с краю. Как ты догадалась? А она сразу меня бесить начала. Ты меня снимаешь? Нет, нет. А что у вас в багажнике? А что у нас в багажнике? Откройте. Чё, может, еду? Кризис все-таки. Здрасте. Что в багажнике? Багажник? Вот. Мотор везем. Мотор везем. Мотор везем. А что тут смешно? Мы убили босса, угнали машину, нас ищут. Че вы ржете, якорный бабай? Че ржете, говорю? Че, убийц никогда не видели? Поехали, серый!
Совсем недавно из чеченского члена с плена были освобождены два милиционера. Впереди еще новости спорта и прогноз погоды. А я прощаюсь с вами. Простите, до свидания. Здравствуйте. Назовите, пожалуйста, номер квартиры. 330-312-305. Мне не удалось вас распознать. Чё? Назовите, пожалуйста, кодовое слово. Я не знаю кодовое слово, мне не говорил никто. Какое нахуй кодовое слово? Последняя попытка. Да что за это такая, сделали, неверно. Попыток больше нет. Ну открывай, открывай. Желаете быстрее воспользоваться другим способом верификации? Да я ссать хочу, какие скажите способы да другие. Пожалуйста, произносите разные слова после моей команды «Голос», чтобы я смогла верифицировать вас. Чё, собачка, что ли? Голос. Голос, голос. Попробуйте еще раз. Ты задолбалась, чё ты, иди ты нахрен. Голос. Тяв-тяв, открывай дверь, твою мать. Голос. Голос. Вы заблокированы, так как не прошли три проверки. Назовите, пожалуйста, номер квартиры. 330. Я вас не распознала. Что тебе номер квартиры не распознал? Если создать ваш биометрический портрет, скажите начать сканирование и медленно вращайте головой по часовой стрелке, чтобы я отсканировала вашу голову вокруг лица. Начать сканирование. Вот идиот, а взяла здесь, мозги мне трет. Открывай быстрее. Повернитесь к камере задней стороной головы и четко скажите фото. Фото! Фото. Я вас не поняла. Фото, блядь! К сожалению, цвет вашей кожи отличается от того, который находится в моей базе данных. Возможно, вы... Блядь! Согрейтесь и попробуйте снова. До свидания. Твою мать! Дайте, пожалуйста, номер квартиры. 330. Для дур, повторяю, четвертый раз. Вы желаете добавить в счет оплаты коммунальных услуг дополнительный пакет функций? Нет, нет, не желаю. Скажите да или нет. Нет. Чтобы активировать услугу. Нет. Дополнительный пакет функций умного домофона на общую сумму 490 рублей добавлен в счет коммунальных услуг. Я тебе сказал, ничего не буду платить. Открывай дверь, если не откроешь, вообще сломаю тебе морду. Какой-то тупые, как валенки. Умный как дом. Вы хотели бы, придурков чтобы... набрали. Как вы хотели бы, чтобы я к вам обращалась? Заткни рот, дура. Вы хотите, чтобы я называла вас «Заткни рот, дура»? Да. Отлично. Пошла в жопу, тупая овца, идиотка. Вы хотите, чтобы я называла вас «Жопа, тупая овца»? Ты дура совсем уже, что ли? Вообще долбанулась. Отлично. Да. Отлично, все хорошо. Ты открывай дверь. Услуга «Рингтон» вместо гудков. Дискотека «Авария». Выберите «Рингтон» вместо гудков. Какой выбрать? Один сыграла, выбери. Ну, хватит уже, я уже синий. Открывай. Установить или следующий? Автобус отъезжает от остановки. Мужик в возрасте долго бежит за автобусом. Машет руками. Тут, блядь, водитель сжалился, останавливается. Открывает заднюю дверь. Мужик запрыгивает на заднюю площадку. От пыли, поднятой автобусом, резко чихает. И от неожиданности громко пердит. Ему становится неловко, он выпрыгивает из автобуса. Голос с передней площадки. Блядь, это мы для этого его ждали, блядь. Тетя Тань! Что, Миш? Тетя Таня, ржавый выйдет? Нет, Мишенька, Андрюша мне сегодня по дому помогает. Чё? Ничего не понял. Короче, башка, я ржавого зашестерила. Ща он хату драить будет, потом в магаз за хавкой попрется. А еще ему портки зажухать надо. Тетя Таня, что за дела, а? Вы сегодня стрелу лохам забили, вы нас динамите. Не фани, башка, лохи не мамонты, не вымрут. Мудрая вы женщина, тетя Таня. Привет, соседка. Привет. Че, рыбачишь? Рыбачу. Что-то странно, одна удочка в воде, а вторая у тебя что-то в поле. Это секрет. Раскрой секрет. Ты еще давай раскрою. Сейчас, подожди. Давай.
На, держи. О, вот смотри, 3 часа назад закинула удочку в воду. Хоть бы одна поклевка, ни одной рыбы. А в поле закинула, ты уже 5-й, 5-ку заработала. Молодец, а! Руки на капот. Угу. А я таки ще нічоток. Стоять! Куди? Стоять, я тебе сказав! Стоп! Ти подиви на нього, а? Втекти хотів? Я тобі зараз зроблю. Так, а ну давай, щас, все будеш мені показувати. Аптечку будеш мені, тростой. Секундочку. Ні. Мужик. З ракою ти не вийшов. Так що будеш платити штраф і за себе, і за неї. Ти неправильно делаєш. Якщо пытаешься боковую дельту делать, то розводи в сторону. А якщо переднюю, то вперед. Давай покажу. Все. Зафіксував резину ногой. В сторону. Сюда, вперед, сюда. І раз.